Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. Итак, мы приехали в лес снять такой красивый лес. Сегодня 27 сентября, воздвижение Господне. Вот такая осень, уже глубокая осень. Листиков уже осталось совсем мало на осинках. Осинки держат последние листочки. А травка уже совсем пожухлая. Все завяло. Один только сосновый лес, он никогда не меняет свой цвет, всегда стоит зеленый. Вот такие у нас болота, называются они римами. Вот такой вот мох. Брусничник маленько, растения есть сами, а ягод нынче нету. Год совсем голодный. Багульник, вот он растет. Багульник, много багульника. Все в багульнике. Такой вот сосновый лес. Вот такой вот сплошной идет римовые вот такие болота. Идут сплошным лесом таким вот сосновым. Лесом. Вот он, брусничник. Когда бывает много брусники, ягод много. В этом году ее вообще нет. Год неурожайный. Так. Все тихо, глухо. Никаких птичек не видать. Одни только бурьяны. Какой-то гриб. Такие вот сосны. Вон молодой сосняк. Самолет полетел. Разрешили летать. Вон какая интересная коряга. След какой-то. Кто-то ходил. Какой-то зверь.
сосенки. Черные лесорубы рубили когда-то. Вот сколько много брусничника самого много, а ягод нету ни одной. Вот это зеленый, это все брусничник. Вот тут. Вот какая интересная сосна. Сколько на ней. Когда-то макушку отломила у нее. Сейчас она вот какая. Чудо-юдо. Здесь ровная, высокая. Молодые сосенки подрастают. Вот, вот они. Вот такие тут бескрайние болота васюганские. Тянутся вплоть до Томской области. Вот. Там молодой сосничок пошел. Молодой, там уже старый. Такой-то. Все в багульнике. Запах такой дымовой, непередаваемый. Багульником, брусника, брусничник. Такая вот ремовая дорожка. Но по этой дорожке только можно проехать техники такой, что простая машина здесь не пройдет. Специальные. О, какие-то грибы тут растут. Какие-то грибы, не понять какие. Много грибов было. Здесь вот следы. О! Ну вот она. Вот такая болотная жижа. Торф. Все в торфе. Слой большой здесь торф. Дорога идет. Уходит вдаль. Так вот вдаль уходит. Все там не видать даже конца. Все в соснах и в болоте. Так что брусники в этом году нет. Будем ждать следующего года. Следующий год придет, урожай принесет. Кто-то ездил на разведку, видать, на самоходе. Разведал. Ягод нет. Одни только сосны мелкие. Вон самолет летит.
синем чистом небе разрешили полетать маленьким. Две березки. Вот они, сиротки, стоят среди соснового леса. Тут, там две березки не сбросили еще свою листву. Вот такие у нас болота. Вот что. Хороший брусничник без ягод. Хороший год. Много можно будет пособирать, правда, он в багульнике запутанный. Что там? Какой-то мешок. Кто-то бросил мешок, засоряют лес. Вот. В таком лесу можно заблудиться, если не знаешь, куда идти. Запах такой, воздух чистый, запах багульника и чистый-чистый воздух. Вот такие осенние деревья. Ветерок чуть колышет листву. Такие осинки, березки. Листики шевелятся на ветру. Такая осенняя красота. Такой солнечный день. Это наш мост. Такая у нас река бурлящая.
бурлящая река. Такая темная вода. Старые столбы от старого моста до сих пор гнивают, торчат. Есть такое летнее у нас видео, а это осеннее. Осеннее видео. Вот такие замочки у нас на мосту вешают. Бурлящая река. А здесь тихая река. Лесок замечательный, всеми красками осенними. К
Кто-то даже поет. Засиделась одна. Все подружкам по парам поют на берегах у нас. Такой хор. Такой лесочек замечательный, желтенький. Ну какая березка красавица. Запечатлеть осень. Какая красивая осень.